Всем привет, друзья! С вами сегодня Бананчик. Мы поиграем в игру Westland Survival. Она наподобие Last Day, только Last Day у нас находится в программах Android Nox и BlueStacks. Ну, там еще многие есть программы. А Westland Survival находится у нас в Steam. Она бесплатная. Кому понравится игра, всегда найдете у меня под видео в описании. Я оставлю ссылку. Ну что, поехали? Так, ребят, я на какой-то нахожусь территории, правда я... А, здесь нельзя экран двигать, я думаю, что я не могу двинуть экран. Очень громкая музыка. Не знаю, как вам, но мне очень сильно орёт в ухо. Так, Escape, а где здесь? Ребят, я, наверное, музыку полностью выключу, чтобы она мне не мешала. Но она реально громкая. О, поехали собирать. Материал плывет из моря, есть... большое количество припасов. Откройте и посмотрите его. А это можно получить роскошные награды. А, это в каждый день, если вы заходите. Это что такое? Четвертый день, это... Фу, какой-то волк. Пятый день, шестой, и на седьмой мы получим калаш. Ну, хорошо, давайте получим. Ой, как громко-то. Бинт! Награда была отправлена на почтовый ящик. Пожалуйста, проверьте. Почтовый ящик. Так, а где у нас почтовый ящик? Вот это, наверное, почтовый ящик. А, ой, какой маленький песик. Награда за первое пополнение. Пополнение, в смысле, пополнить... А, пополнить баланс. Какие вы хитрые. Вот почта у нас. Давайте зайдем в... Ну, вот, первые бинты. Давайте получим бинт. Почтовый ящик пуст. О, господи, какой чел тут торчит. Так, а в инвентарь попасть? Это что такое у меня? А это камень, я же камень собирал. А куда она? Странный чувак у меня какой-то лысый. Блин, нельзя вот вертеть мышкой. Тут, наверное, игра полностью идет на одной клавиатуре. Ну, играешь на... А, во, моя одежда есть. Надеть. Лимит жизни. Броня. Ясно. Ну, будем развиваться потихонечку. Как тут можно присесть? Shift. А, во, Shift. Это мы крадемся. Обновление. Че за обновление? Так, ребят, это первый обзор. Я даже не знаю, что это... Так, после открытия командного пункта вы сможете искать и грабить дома других игроков и получать огромные трофеи. В этом же времени вас будут грабить другие игроки. Вы не потеряете предметы, а только ваши оборонительные сооружения и ящики будут сломаны. Мне пока не надо тогда. У нас что-то тут. Тут кто? Олени. Пускай олени торчат. Так, а только... А, присаживаться только на корточки можно. Ага. А как атаковать? Заколебись. Драться... Ой, как громко они кричат, ребята. Очень сильно громко кричат. Надеюсь, на видео не так сильно будет. Но для меня это очень сильно кричат они. Так. Ну, поехали, будем. Так. А, драться на этот. На... О, на пробел. Как-то это все неудобно. Надо, наверное, сделать будет... А тут, наверное, нельзя сделать. Вот клавиатура есть. А, нет, не клавиатура. Ясно. Драться будем на пробел. Надеюсь, пробел у меня не отвалится к этому времени. Так. На R кушаем. Какой звук интересный. А поскольку я кушаю это? По 2 хп. Так. Я думал, он его будет лупить. 6. Минус 6. Я с кулака 6 урона у него нанесу. Блин, мне так очень громко в ухо. Это вообще, я надеюсь, ну не будет громко в этой игре. Так, ладно. Фиксим. Тут фигня. Пойдемте чистить тогда свою... Это моя вообще территория? Ее надо полностью чистить? Сейчас собираем. Тут авто есть. Табы. Уровень разблокировки 4.
Ясно. Тут олень какой-то. Камушек. У нас вообще ничего нету. Обновление. Что за обновление вылетает? А, подождите. На N что у нас только? Во, крафт нашел. Ясно. Топорик. Нам нужно один этот. А это кто такой? Каменный топор. А это кирка. Ясно. Нам нужно... Тут дерево нужно, а здесь нужно камень. Угу, понятно. Дерево, камень, дерево, камень. Пошлите сейчас пособираем, всех поубиваем с нашей территории. Да понял я. Очень громкая игра. Нужно потом будет настроить, посмотрю, как это все будет. На тебе в табл, еще раз табл. Скисни. Вот так вот. О, нашел камушек. Нашел дерево. Давайте я первый крафт тогда создам. Топорик. Производить. Так, и камушек. Ой, и кирку. Так, деревянная палка. Ясно, на деревянную палку у меня нехватки. Е. Ух ты, как он мощно его лупит-то. А, вот, теперь вижу, снизу идет желтая полоска. Это мое... Уровень. А, уровень вообще вон там. У меня третий уровень. Да. А, пень. Пень нельзя сломать. Ё-моё. А, 20. Мне показалось 2. Чёрт. Выходить надо через эту будет. Ясно. Так, сейчас мы уберем весь участок. Это что такое? Это кролик бегает? Клёво. Я еще. Ну а вот этот жираф фиолетового цвета, он уйдет отсюда? Вот этот, который валяется вот здесь. Вот этот. Это же кролик. Не знаю, кто это. А чё их там много так на карте? Они что, жрут кого-то? Ребята, они жрут кого-то. Блин. Если я нападу на них, они же меня убьют сейчас, да? Ой, вас тут много, да вы чё, челы, да вы чё? Сейчас я втащу каждого. Давай, в атаку. Вали ты его уже. Все, побежали. Нам нужно немножко пожрать. Они за мной будут бегать. Ага, ясно. Еда закончилась. Они не бегают, они... Они волындачают. Ладно. Давай. На Q можно эту. Ой. Ребята, я не знаю, что такое. Но мне очень громко в ухо, когда они кричат. А это что такое? А это у нас... это что такое? А это что такое? Награды какие-то. Награды давайте посмотрим, что такое. Рейтинговая награда. Наивысший рейтинг в истории достигает указанной позиции. Чтобы получить соответствующий рейтинг. Рейтинговые. Все равно ничего не понял. Ладно, неважно, потом разберемся. Так, это у нас строительство. Ясно. Ребят, я сейчас немножко посмотрю, как настроить звук. У меня очень звук очень жестко орет в ухо. И я вернусь к вам. Все, ребят, надеюсь, это пойдет. Так, подбежим. Давайте вот сюда подбежим. Что мне дадут? Бедного парня забили. Так. Давайте это я возьму. Потому что у меня надето. Использовать. Нужно быть в рюкзаке. А, мое. А, дневник найден. Найден странный дневник, написанный человеком. По имени Андерсон. Выглядит, написали несколько лет назад. Так. Что, нажимаем. Ух ты, дневник. Но на английском. Пока я его буду переводить, будет долго. Задача. Исследовать лес первого уровня. Ноль проблем. Убейте 5 зомби в младших лесах. Рубите 5 деревьев первичных лесах с помощью топора. Обычная награда, полная награда. Получить награду. Просмотреть награду. Ясно, ну это дневник. Ключ. Кажется, внутри слышен необычный звук. Мне нужно вооружиться. Пистолетом хороший выбор. Понял.
Так. А что это за зеленая штукенция? Плохая идея туда идти, все равно ничего не видно. Давайте сначала пособираем, уберем свою территорию. Надеюсь, это вся моя территория. А где? А, во, нашел. Все, ребят, сейчас соберу все, что тут есть. И посмотрим по строительству нашего первого домика. Так, ребят, у меня уже переполнение в рюкзаке. Все. Смотрите, какой был интересный факт. Тут есть машина. Какой-то огромный комар. Давайте посмотрим, что здесь. Ничего ты даешь тут. Вот это ты, Геракл. А куда мне это колесо-то? Я что-то, правда, не понял, нафига мне это колесо, нафига я его поднимал. Ну ладно, пускай он тут валяется. Мы с ним потом разберемся. Так, пойдемте, где мой тут начальный дом? Вот он весь разбит. Тут было так много Блин, а. Нафига по 24. 24 это что? Критический удар, что ли? Ух ты, а это что такое? Разделить. А что это за ящик? Ладно, неважно с этими ящиками. Сейчас мы все это снимем отсюда. Какой-то клей. А как инферм... А, вот. Жидкий клей может использоваться для соединения двух объектов. А это что такое? Ящик боепитания. Ящик заполнен специальными боепитаниями, специально заряжаемыми для автопулеметов. Чего? А, шиповая ловушка. Ткани этих чертовых зомби до смерти. Чё? Откните этих зомби. Господи, я что-то читаю, так сам не понимаю половину. Также у нас есть семена тыквы. Трава. Камушек. Так. Вот это что, ткань выпала. Маленький кусочек ткани, который может сшить вместе с другими предметами одежды. Ага. Так, эту книжку я с собой буду носить, наверное, посмотрим. Что? Железняк. И название. Так, ребят, я пойду дальше тогда в фарме. Сейчас я полностью уберу всю территорию и продолжим. Мамочки, это что такое? Червивые зомби. О, господи. Нифига он толстожопый. Ой. А там, ребята, какая-то ящерица сзади меня ползет. Вы видите, да? Белая. Ой, каких там много-то. Сейчас, ребята, мы добьем. На. Все, поехали дальше собирать. Все, ребята, я все полностью собрал, что было. А это что такое? Автозащитный турель. Используется для защиты вашей базы. Так освещает, что я ничего не вижу. А у меня это все есть? Закончить? А что еще надо? Автозащитный турель уровень. Используйте для защиты вашей базы. Ну и ящик боепитания. Вот куда ящик нужен. Части пулемета. Вау, ребята. Все, сейчас. Сейчас сделаю. Подожди, да блин, что я на одну ту же кнопку-то нажимаю? Блин, все, хочу повернуть этот экран. Так, давайте все выложим сюда. Чё? Что там такое положил? Да понял я. Переполнение нашего сундука. И в сундуке тоже места вообще практически нет. Так, что мне делать? Мне надо создать новый сундучочек. Ага, ясно. Я, блин, все дерево выложил и хочу сундук себе скрафтить. Давайте, наверное, парочку скрафтим, чтобы больше не сталкиваться с этой проблемой. Так, а где он находится? Ты куда бежишь-то? Странный чувак. Так, строить. Строить. Ребята, это кто такой? Так, а если я не хочу сюда ставить? А, вот сюда. Отлично. У меня еще один. И я его поставлю вот сюда. Нет мебели для размещения рюкзака. База. Вау. Вот сюда поставим. Это что за черт?
Я не понял. Ты чё пришел сюда? А как сидит-то? Алло. Валенок, ты чё? Нифига себе, пришел ко мне на базу и давай ломать. Я еще черепушку проломаю, чучело. Сундук какой-то. А он... Подождите, ребят. А они могут ко мне приходить на базу даже? Ну, это я выкину. Еще выкину. Что мне нужно? Так, ты кушать хочешь? А, ешь. Давай отхилим полностью тебя. Даже еда закончилась. Вот это да. Вот это я отхилил. Ничего себе. Так, ну топор я тебе дам. Фига, такой топорище. Ё-моё, он больше меня, этот топор. А чё в нем еще осталось? Не понял, ничего, чего осталось. Что-то мне она показывает. Буква Е. А! Вау! Переднее колесо, заднее колесо. Двигатель, руль. Выхлопная труба. Подожди. Совет. Перетащите собранные части мотоцикла на модель, чтобы собрать мотоцикл. Подождите, а где это я колеса ведь видел? Ну-ка, пойдемте сбегаем туда за колесом. Что-то на молотке циферка 1. Вот, ну, колесо вот тут. Так, вот оно. Но оно же не подойдет. Да не пухни только. Блин, он медленно будет тащиться с этим колесом теперь. Ну как медленно? Для вас быстро, а для меня очень медленно он шел. Так. И... Это что такое? Чемодан. Дом. А, возможно... А, возможны выпадения. Постройте свою базу против атак других зомби и выживших. Получить. Я куда отправился-то? Нафига? Не забывайте повышать таланты после Ё-моё. Я зачем туда отправился-то? У меня же полный инвентарь. Ой, я глупый. Блин. Ребята, чё мне делать-то? Давай назад тогда, блин. 17 минут ходьба и 3 секунды бежать. А как это? Чё-то такое. Бежать один. Водить машину. Скоро откроется. Скоро откроется. Ну, блин, вот чё мне теперь делать? У меня очень много ресурсов осталось. О, теперь мышка работает. Вертолет какой-то здесь. Клатч. Что за клатч? 7 часов 41 минута. Это что такое? Это свободный мир, что ли? Да нет, нифига не свободный. Тут есть какие-то базы, все что-то закрыто. Вообще не знаю, что такое. Ну ладно, пойдемте. Я... Блин, надо читать лучше. Я думал, можно... Ладно, ничего страшного. Воздух выполнен кровавым запахом. Я сюда приперся с колесом? Ну это вообще какая-то штукенция. Да, конечно. Блин, ребята, что за косяки-то с моей стороны? Я с колесом приперся куда-то. Побежали. Блин, вот это да. Вот это... 40 минут! Ну, нифига себе. Ну, конечно, тут будет, наверное, поинтереснее будет. Ладно, ничего страшного. Потеряли, да потеряли. Блин, я с колесом таскаюсь. Надо бы еще узнать, куда это колесо деть. Может, выкинуть его здесь? Не знаю, для чего это колесо, блин. Взял, пошел туда. Ой-ой-ой. А, турелька. Точно. Я только вспомнил про тебя, турелька, вообще. Давайте я, наверное, около турельки выкину эту штукенцию. Он тут пускай, она валяется. Это колесо. Так. Почта. Где у нас почта? Вот она. Нет, подождите, не почта мне нужна ведь. А где я видел эту штуку? Это бесплатно. Грудь. Грудь. Два раза обязательно получите АК. Ничего не понял. Так. А где я эту штуку-то видел? Получить. Бесплатно. Что-то я немножко не понял. А, вот эту штукенцию-то где я видел? Блин.
Вот этот ящик боепитания. Блин, я где-то его видел, но забыл где. А! Вот я олень. Так, ладно, ничего, бывает. Так, давайте сюда положим. 140 патронов всего лишь? Ё-па-ры-сэ-тэ. Дальний диапазон, более мощная сила и большой объем крови. Ё-моё. Ти-ти-ти-ри-ти-ти-ти-ри. Ну ладно. Будем искать, будем смотреть. Какой-то дядька, правда, мне стену чуть не сломал. Вот это чудо. Сейчас пойдем миссию выполнять. Блин. Подождите, а зачем я этот сюда поставил? А, ё, какая разница-то? Так, давайте вот это сюда воткнем. Так, я еще хотел проверить кое-что. А как улучшать стену? Все, вижу. Вижу, как улучшать стену, я вижу. Так, давайте построим сюда стенку. Не-не-не, не сюда. Вот сюда стенку. А сюда дверь надо воткнуть. Вот так вот. Во! Это что-то у меня тут вообще ни дверей, ни стен, ничего нету. А улучшить нам нужно 5 камня и... Это что такое? Это доска? Надеюсь, что это доска. Так, что мы можем крафтить? Костер. А можно готовить еду и согреть сердце людей. Тоже хорошо. А, стать фермером. О, увеличенный портфель или рюкзак, какая разница. А чё, кольт я не могу делать, да, нужно получить чертеж для разблокировки. Тут что-то так много сразу открыл, а нет, не очень много. Сковорода. А, люди, кажется, предпочитают использовать его в качестве оружия, а не для приготовления пищи. Тоже хорошая вещь. Так. Стол плотника. Давайте я возьму тогда с сундука, по-моему, здесь. Дерево. Так вот, и стол плотника где? А, все, можно изготовить. Давайте изготовим. Душевая нам нужна. Блин, а если я тряпку из... Нет, но я хочу вот это сделать. Это мне нужно 5 травы и 2 вот этой штуки. 5 травы. Отлично. Давайте сделаем себе рюкзак побольше, чтобы у нас вместимость была. И бита, клей. А если я клей сейчас истрачу, он мне, наверное, потом куда-нибудь пригодится. Так, у нас нету этой штуки, будем искать, ничего страшного. Биту, давай все-таки, давайте, наверное, все-таки я биту сделаю, может, она посильнее будет. У меня все равно сейчас это отъедет и все. Так, что у нас там есть? Сейчас я поставлю. Так, вот, верстак. А давайте здесь поставим. На время, я потом, если что, надо будет, переставлю. И рюкзак. Сейчас мы воткнем рюкзак. Понял? Вот. А этот сюда поставим. Во! Вместимость куда больше сделалась. Так, нельзя, да? Ладно, хорошо. Давайте все выкинем тогда в рюкзак и пойдем на первую... Так. На первую нашу туда, короче. Как? На территорию. Во. Так, что вот это такое? Талант. Собирать, производить. Ничего себе, 40-й левел. Первый левел. Собирать. Или производить. Ну-ка, что такое? Лесоруб. Пассивно. Переустановка, остальные очки талантов. Первое, дополнительный кусок дерева при рубке дерева. Добавить очки. А где мои очки-то? Это что, у меня 100 очков или одно очко такое у меня? Я не знаю. Так, сопротивление пассивно. И готовьте оборудование серии падальщика с увеличением стойкости 100%. Ну, я лучше, наверное, дерево сделаю. А это я только на 10 левеле могу сделать. Ясно. Выживание. 10. Чего? Уровень 10 и бой.
15-й. Понял? А, все, одно. Вот, вот где они находятся. Я думал, это они. Ладно. Будем знать. Так, какая-то у меня прогрузка была. Ты опять жрать хочешь? А где еда у него находится? Что-то я не могу понять этого. Ну-ка, инвентарь. А, вон, тут и кушать-то. Все, понял, где у тебя кушать надо. Все. Давай не будем тратить всю еду. Поехали на первое. Так, убейте 5 зомби в младших лесах. Младших? А что, есть старшие, взрослые, крупные? Странно. Название очень странно. В лесах. Ну, поехали в младшие леса тогда. Ходьба 17. Ох, я трачу. Ой. Ну, я не знал, ребят. Я правда не знал, что здесь еще есть и этот энергия. Нам 4 энергии. Ну, за глаза, надеюсь, хватит. Первый взгляд этой игры все-таки. Так, давайте собирать все ресурсы, которые здесь есть. О, олень. Вон еда. О, если что, будем есть еще. Ничего не вижу, правда. Дерево собираем. А, тут подождите. Тут, наверное, нам надо собирать эти сундуки. Железный топор. В смысле железный топор? Разбился? Сломался? Что сделалось? Так, ребят, я там вижу уже... Это кто такой? Переходящий зомби. Ничего себе там их. Ой-ой-ой-ой. Пошлите нафиг отсюда. Сейчас оленя забодаем. Оленя-то ведь мы можем... А, это не олень, это вообще кролик. Был кролик. Ребят, нифига себе там... Там сильно. Так. Ёптарь, ты что делаешь-то, чувак? А чё ты биту не взял? Он кулаками его валит. Ничего не понял. Биту-то надень. А, топор сломался. Ясно. Давай битой тогда будем крошить их. Что я сделаю-то? Так, ягодки собираем. У нас пока вообще ничем, нечего есть. Камушек. Что там было? Приручить могу? Я... Блин, не понял, что там было, только что написано. Кролик пробежал, он был не зеленый, а красный. Как будто я могу его приручить. А это что такое? А что за станция такая? Собирай, собирай, все собирай. Что это такое? Какая-то бензоправка. Уай, за мной лесной волк бежит. Я тебе сейчас... Я чувствую, что воняю. Фу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черт. Ребята, меня обхаркали. Блин, и что мне делать? Теперь все зомби за мной будут бегать. Я, конечно, теперь не убегу. Еще и толстяк там за мной волындочается теперь. Ладно, соберем то, что сможем, и будем уходить отсюда. Вай. Они еще и бегать могут. Я хотел сказать. Так, давайте заберем эту веревку. Блин. Ну это косяк, конечно. Ладно, это первый поход в лес. Это уже косяк. От меня воняет. И еще жрать хочет этот чувак. Еще и срать захотел. Не совсем. А ты что стоишь-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы посмотрите. Я надеюсь, я тут не откисну с этой стороны. Там были, конечно, эти сундуки, но мне сундуки уже 100% не взять. Ой, опять мужик ко мне увязался. А как ты... Нифига себе. Давайте мы его сейчас это... Чтоб он отъехал. Так, веревочку, по-моему, да, там можно взять. Веревочку сейчас возьмем. С толстяком-то я драться пока не буду, не. Мне от этого толстяка так не хорошо, не плохо. Он меня только убить может. Камушка пособираем. Вон там толстяк пока ползет на карте. Я тут нафармлю себе еще и дерево, и камней. Правда, там есть сундуки. Еще.
А, мне надо убить здесь еще два зомби. Вон там сундук есть. А может, я их просто отвлеку, да пробегу и соберу этот сундук? А чё? Можно ведь так, наверное. Ну-ка. Я с этими валенками не хочу драться. Они меня сразу это... Я отъеду моментально. Три удара, дерево наше. Давай, давай, давай. Во! Нужно поесть. Жора, ты заколебал уже. Если я тебе ягоды буду все время давать. О, олень бегает. Оленю-то вообще тут везет. Блин, там за мной толстяк ходит. Мне бы посмотреть, что дают в этих сундуках. Вон, видите, сумка валяется. Давайте мы ее возьмем быстренько сейчас. Так, я что-то бегу не с той стороны. Во! Ё-моё! Она еще открывает так, как медленно. Так, давайте тряпка. Вот это. Кустик. И бумага. Ясно. Меня уже догнали. Беги, беги, чувак, беги. Беги. Фух. Я думал, сейчас откисну. Так, я вижу, там еще один сундук есть. Блин. И тут еще идет зомби. Нет. Нет, 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 нет. Давайте мы его вырубим. Ту команду сейчас уведем куда-нибудь подальше. Вон они тащатся. А это быстрый зомби. Понятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что я творю вообще? Ой. Беги, 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 беги. Сейчас я вам покажу, где раки зимуют. Не вылетай, не надо. Так. Это забираем. Все, бежим. Блин, там веревочку я забыл. Тут кто лежит? А что тут такое? А, надо все забирать. Все забирать. Ребят, я уже тут круговую уже делаю. Надеюсь, меня не догонят. Но там я видел, есть сундук. Вот он, вот он. Сейчас подбегаем, открываем, смотрим, что там есть, все забираем. И все, наверное. Ну, хотя там еще один есть сундук, я видел. Давайте все забрать. Блин, я, по-моему, там еще и мусор взял. Вот это мне нафиг не нужно. Все, это мы уничтожаем. Давайте пособираем камушка, пока они там доползут. Давай, ломай. Во. Я там видел, там есть еще один сундук, который мне надо забрать. А кто вот этот ползет? А, это толстяк. Беги, 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 он сейчас плюнет. Харкнет. Не знаю, как еще сказать. А, камушка возьмем. А, трава, не знаю, что такое. Да, трава. Вот здесь я где-то видел. Вот. Блин, они близко тут ко мне идут. Но здесь какой-то хороший сундук. Я, наверное, не успею потом убежать. Сейчас я возьму все, что смогу. А я что, все забрал, что ли? Нифига себе, я все забрал. Так, у кого я что тут не забрал? У тебя. Я даже не знаю, что мне выкинуть. Ребят, я не знаю, что мне выкинуть. Давайте вот так вот сделаем. Камушка-то у меня есть. А то, что там было, у меня нету. Сейчас собираем тогда деревья, камни. И пойдемте обратно домой. Я вонючий. Но все равно я доделал свое задание. Вот там у меня нажмите и получите. Нет, пока я ничего не буду нажимать и получать. То у меня в инвентаре уже и так места нет. Сейчас я дособираю. Вот я зря, наверное, к углу подошел. Давай, давай, давай. Руби. Рюкзак полон. Дерево нам больше можно не собирать, а вот камень. Камень я пособирал бы. Рюкзак полон. Камушек, камушек. Дайте мне камушек. Камушек я соберу еще. А все. И камень уже. Ну давайте тогда конфетки. Ягодки. Ягодок-то, наверное, тут уж много будет. Или все. Все, ничего. Мне нужно принять душ, иначе зомби меня найдут. Да, пойдем тогда домой. Вот это я ничего себе сам даже офигеваю. Нам нужна ваша помощь. Вам нравится эта игра? Конечно, после того, как вы... Блин, о чем мне делать? Ладно, давайте ладно. Нашей игры весело. Ну, пускай так будет. А чувствуете ли вы в трудности с выживанием заброшенной земли? Трудно, генерал, просто.
Блин, я не знаю. Давайте я просто генерал отвечу и все. Знаете ли вы, что вы можете использовать контейнерный верстак для ремонта оружия и... да, знаю. Окей, спасибо. Спасибо большое. Это покупать я не хочу. Побежали домой. Так, давайте 3 секунды. У нас осталось еще 3 захода куда-нибудь. Все, ребят, я дома. Мне надо срочно помыться. У меня чувак уже чисто тупо воняет. Надеюсь, турель на меня не будет огрызаться, а то скажет, ты вонючий, я тебя сюда не пущу. Так, давайте мы сейчас все выкинем, все, что у нас есть. Так, камушек, дерево, 40 штук, тряпки. Ой. Ну, мы насобираем. Вот сейчас заход был очень даже хороший. Давайте я сейчас тогда чувака своего помою. А, помою. В смысле, помою. Где я мыть-то буду? Тряпка, 10 дерева. И это что у нас такое? Железняк. Тряпка. А как разделить? А, все, вижу. Тряпка. Дерево. Сколько там дерева? 10 дерева и 2 железняка. Вообще вышел. Совсем хорошо. 10 дерева. Подождите, а разделить-то где? Разделить совсем надо. Блин, не то разделю-то. Мне дерево разделивать надо. Разделить. И железняк. Так, ну, давайте так пускай будет. Ну. Так, производим. Хорошо. Давайте все скинем тогда обратно. Вот это. Косточки. Не понял? Трава. Но. А это сено. А, ясно. Строить. Так, эту штукенцию, наверное, где-нибудь вот здесь мы поставим. Пускай она так стоит. У меня чувак не то что воняет. А у меня нет воды. А что делать, если у меня нет воды? Так. Я не знаю, что мне делать. А где здесь это опять? Так, сюда заходим. Что это такое? А, это бесплатно. 20 часов. Вауч, ребята. Награда была отправлена на почтовый ящик. Пожалуйста, проверьте. Так, а что мне делать? А как мне отсюда выйти? Все, понял. Почтовый ящик. Получить. 22 дня он будет валяться здесь. Пускай вознаграждение за... Что за... за? Ладно. Так, мне нужно чувака покормить. Чересчур жрать хочет. Его нужно помыть. Я не знаю, правда, где его мыть. Точнее, где воду взять. Мне нужно вот эту штукенцию делать, но у меня нет ресурсов. Я немножко сглупил, надо было эту штукенцию ставить. Награда. Да, ребята. Автоматический сбор. Купите. Нет, это мне не очень хочется. Вот, это, наверное, второй день. 25 и 2 вот этих получим. Вон чертеж пистолета, кольта, кирка железная. Ну, тут награды ничего такие. Вообще вам... Ух ты! Ух ты! Ё-моё, это 24-е. Ну, до этого еще очень далеко. Очень хорошие награды здесь. Смотрите, тут вообще что будет. Вот. Ребят, на сегодня я буду заканчивать. Кому понравилось видео, ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. А на сегодня всем пока-пока.